Ну, после игры с «Шахтерами» сказал, что сколько бы очков ни разрыв у нас не было бы, мы будем выходить и на поле сражаться. Сегодня мы вышли и сражались на футбольном поле. Останься нас 7 человек, мы бы 7 человек сражались. Уже на коленях бегали, но все равно терпели. Пытались контр-игру какую-то создавать. Судейские моменты, я уже сказал, да, после игры с «Шахтером», что «Шахтер» пробил уже во второй части чемпионата 5 пенальти. Да, мы эти пенальти не бьем, но мы зато в каждой игре по 5-7 карточек зарабатываем. Удаление у нас. Вот. Я говорю, что мы будем сражаться, чтобы там за нас не решили сверху, да? Потому что это на самом деле форменное такое безобразие. Отдельное спасибо нашим болельщикам, потому что в такую погоду, в такой светлый день, да, всех еще с праздником хочу поздравить, вот, и приехать в воскресенье. Для кого этот футбол был сегодня нужен? Посмотрите на стадион. Люди тоже должны думать, которые за это отвечают. У них телевидение, там эфир сейчас у них хороший, да, там, наверное, будут сидеть, рассказывать. Мы играем для зрителей. Сегодня мы играли именно, что две команды вышли, да, играли друг с другом. Для, наверное, родственников, для наших фанатов. Вот для кого сегодня этот футбол нужен в этот был святой день, да. Так что пусть люди тоже думают. А ребятам, ну, отлично, респект. Есть и характер, есть и сила воли, и я же говорю, что будем биться до конца. Комбинация на самом деле была хорошая, взяли игру на себя, ворвались из глубины, и исполнение Буяльского было на самом высоком уровне. У другому таймі було пріоритетно утримати цей переможний рахунок, про що, мабуть, свідчить вихід на поле Шабану. Ну, нам нужно было перестроиться. Тот же Русин не цеплялся за мячи, что, как показал второй тайм, что Карлос Депене, да, и в этой позиции достаточно был эффективен, это играя в меньшинстве, играя потом восьмером, и он перестраивался и страховал зону, и от него эстрота исходила, и фолы зарабатывал то, что нужно было в этой позиции. Шабанов добавил надежности сзади, вверху, внизу, эти прострельные передачи снимал. Да, там были какие-то, может быть, позиционные ошибки, но это, говорит, что самое главное, что даже в том количественном составе, в котором мы заканчивали, команда сыграла на ноль. Также тоже Жора Гущан очень здорово в двух-трех моментах сыграл. Так что, ну, все сегодня выложились по максимуму игры, что ребята просто молодцы. Ваша команда зараз на три кадрових проблем витискає максимум. А чи можна сказати, що на сьогоднішній день конкуренція як така зберігається тільки на воротарській позиції, що сьогодні Гущан не вилює? Ну, сегодня вышел Саша Андреевский, тоже здорово сыграл. Так что у нас есть позиции, где у нас есть конкуренция, есть позиции, которые у нас не дублируются. Так что я уже говорил после игры с «Шахтером», что мы знаем, какие позиции нужно усилить, а в каких позициях создать конкуренцию. Сегодня после игры эмоции, это я не готов об этом говорить. Николай, ну, просто спрашивается, расскажите, пожалуйста, о состоянии Вергича, что с ним, как что происходит и почему сегодня Гулька? Это что-то со здоровьем или ваше просто решение? И один, и второй по медицинским показаниям не приехали. То, что касается Дениса Бойко, то он уже к следующей игре будет готовиться. То, что касается Бенимина Вербича, у него 2 мая будет уже в Мюнхене консультация, это или это будет альтероскопия, и мы уже только после этого момента будем знать, на какой период у нас футболист может выпасть. Так что до 2 числа пока я не могу не сказать именно конкретных дат.